Аллилуйя, церковь. Мы здесь. Давайте поднимемся, начнем наше служение. Мы собрались здесь на первое служение в новом году. Какие мы все с вами благословенные. Аминь. Давайте мы сейчас в единстве Духа вознесем молитву нашему Господу. Помолимся за сегодняшнее служение и за целый Новый год. Аллилуйя тебе, Господь, мы славим и превозносим Твое святое имя Божие. Мы благодарим Тебя за этот день, за эту возможность собираться здесь, в Твоем доме. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что этот Новый год мы встречаем вместе с Тобою. Спасибо Тебе за это служение, Господь. Первое служение в этом году. Боже святый, пусть оно будет наполнено Твоими откровениями, Господь, Твоим присутствием, Боже, Твоим Духом Святым. Ава Отче, мы просим Тебя, пройди, пожалуйста, по этому месту, по каждому ряду, коснись наших сердец, Боже святый. Восстанавливай все то, что было разрушено, Господь. Направляй, пожалуйста, на свои пути, на свои планы. Боже святый, пожалуйста, показывай, открывай, Господь, Твои двери, Твои пути, Господь. Пожалуйста, используй нас в этом году так, как Ты того желаешь, Господь. Сделай нас, пожалуйста, своими инструментами в своих нежных и любящих отцовских руках, Боже святый. Аллилуйя! Мы смиряемся пред Тобою, смиряем сейчас свои сердца, Господь, свой дух, свои души, Боже, посвящаем все только Тебе, Господь. Благослови, пожалуйста, это служение от первой до последней минуты, Боже святый. Аллилуйя Тебе, Господь, мы превозносим Твое святое имя. И молимся с любовью и благодарностью во имя Господа нашего Иисуса Христа. И народ Божий скажет в единстве «Аминь». Слава Господу! Прославьте нашего Господа! Воздайте славу! Вся слава нашему Господу! Прославляй Его всем сердцем! Только Тебе наш Бог. Воспоем в Тебе в единстве. Вся хвала Тебе, Господь. Воспоем в единстве, в духе одно. Вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя Господу. Аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя Тебе, Господь. Вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Вся хвала Господу. Вся хвала Тебе, Господь, воспоем в единстве, в духе одно. Вся хвала, вся хвала, вся хвала, вся хвала Тебе, Господь. Ты
Твой Спаситель, мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой. Мой Спаситель, мой Целитель, Избавитель мой, это Он, это Он. Вся хвала Тебе, Господь, во Своем единстве, в Духе одном. Господу. Аллилуйя Тебе, Господь, слава, аллилуйя Тебе, Господь, захвала, 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 захвала Тебе, Господь, захвала нашему Господу, Ты достоин Ты славный, Господь. Церковь, сейчас ваши сердца наполняются радостью. Аминь. Наши сердца сейчас, да, наполнены радостью от того, что нас Бог искупил такой дорогой ценою ради Тебя и ради меня. Аминь. Аминь. Благодарим Тебя, Господь, за Твою радость. Благодарим за ту радость, за то, что я когда-то был оправдан и омыт Твоей кровью, Иисус. Я искуплен Его жертвой, я омыт в Его крови. Оправдан, да, я избран пребывать в Его любви. Я стою на Его слове, и оно мне говорит. Его праведность святая на моих плечах лежит. И я говорю себе, я искуплен, я оправдан, я омыт, я исцелен, принят Богом в Его царство, избран быть Его детем. Я искуплен, я оправдан, я омыт, я исцелен, принят Богом в Его царство, избран быть Его детем. Господа. Иисуса буду славить и всегда благодарить за свободу от проклятия, с ним я буду вечно жить, незаслуженную милость и прощение грехов может дать тебе Спаситель, если ты услышишь зов. Ведь Он говорит тебе: ты искуплен, ты оправдан, ты омыт, ты исцелен, принят Богом в Его царство, избран быть Его детем.
ты омыт, ты исцелен, принят Богом в Его Царство, избран быть Его детем. Искуплен. Ты искуплен, ты оправдан, ты омыт, ты исцелен, принят Богом в Его Царство, избран быть Его детем. Аллилуйя, Ему вся слава. Я свободен, я оправдан, Аллилуйя, Аллилуйя, Ему вся слава. Я свободен, я оправдан. Аллилуйя, Ему вся слава. Ты свободен или нет? Я свободен, я свободен. Да, я оправдан, да, я оправдан. Аллилуйя, Ему вся слава. Я искуплен, я оправдан, я омыт, я исцелен. Принят Богом в Его Царство, избран быть Его детем. Я искуплен, я оправдан, я омыт, я исцелен. Принят Богом в Его Царство, избран быть Его детем. Бог говорит тебе: ты искуплен, ты оправдан, ты омыт, ты исцелен, принят Богом в Его Царство, избран быть Его детем. Ты искуплен, ты оправдан, ты омыт, ты исцелен, принят Богом в Его Царство, избран быть Его детем. Искупленная правда. Мы теперь с вами дети Божьи. Аминь. Слава тебе, Господь. Сильная слабость, и ноги подкашивались. И меня реально вот так, просто вот так немножко так качало. Но это все, слава Богу. Сегодня уже я почти здоров. Нет, здоров во имя Иисуса. И сегодня поэтому я подольше, если можно, да, чуть-чуть. Ну, может быть, 30-40 минут я задержу ваше внимание. Но я постараюсь, чтобы было интересно. Тема моей сегодняшней проповеди – планирование только после тестирования. Это вот сегодня ночью буквально получил, общался с Иисусом, была прекрасная ночь у меня в 5 утра, и я очень благодарен Господу за это свежее откровение. Я хотел бы просто привести такие примеры. Что такое вообще тестирование? Я не собираюсь никого сегодня тестировать, но все-таки я прочитаю то, что написано в Википедии. Тестирование – метод психологической диагностики, использующий стандартизированные вопросы, задачи, тесты, имеющие определенную шкалу значений, применяется для стандартизированного измерения индивидуальности различий. Существуют три основные сферы тестирования. А – это образовательная сфера в связи с увеличением продолжительности обучения и усложнением учебных программ. Б. Профессиональная подготовка и отбор в связи с увеличением темпа роста и усложнением производства. В. Психологическое консультирование в связи с ускорением социально-динамических процессов. Тестирование позволяет с известной вероятностью определить актуальный уровень развития у индивида, необходимые навыки, знания, личностные характеристики,
Ну, если говорить на простом языке, то тестирование – это очень просто. Тестов в этом мире хватает. Их очень много на самом деле. Ну, я работал в психоневрологическом диспансере, как врач-психиатр. Самый известный тест, который мы применяли, я до сих пор им владею, это знаменитый тест Люшера, там с цветами, какой цвет тебе больше нравится, с фигурками. И этот тест он определял, конечно, ну, психологическое консультирование о том, что поставить диагноз. Кстати, хочу сказать о том, что психолог не имеет права ставить там свои какие-то диагнозы, он только дает какие-то данные нам, докторам, а врач уже может поставить окончательный диагноз. Ну, слава богу, что я этим уже не страдаю, это уже все в моем прошлом, никому диагнозы я не ставлю. Вот. Но я бы хотел о чем сегодня поразмышлять. Тестирование, имеет ли оно место в Библии, в Священном Писании, как вы думаете? Хотели бы вы, чтобы вас тестировали или чтобы вас проводили через какие-то тесты? Я хочу так поделиться, что когда я работал в психоневрологическом диспансере, когда я был еще студентом, врачом-интерном, когда проходил практику, мы проходили много разных сложных тестов. Нас тестировали, потому что, чтобы допустить тебя к работе врача-психиатра, ну, нужно, чтобы ты был нормальным, да? Потому что, ну, если какой-нибудь маньяк там просочится, там, и будет все диагнозы там ставить, не всем это понравится. И мне всегда было немножко так страшновато проходить эти тесты, потому что, ну, там, ну, что-нибудь у тебя обнаружат, там еще, что, о чем я даже не догадывался, да. Или шизуху тебе поставят, или там маниакально-депрессивный психоз, или депрессия, или панические атаки. И вот как-то вот так. Ну, слава богу, прошел все тесты, нормальные, вот, допустили к работе. Но все-таки не всем это приятно, проходить тестирование. Не всем приятно, когда ставится какой-то диагноз, определяется какой-то уровень. Я бы хотел сказать свою мысль о том, что в моем представлении тестирование в этом мире, оно помогает системе усвоить какого-либо человека, понимаете? Ну, то есть поставить под саму себя, и потом, чтобы его эффективно отработать, использовать. И потом выплюнуть куда-нибудь там, или на инвалидность, или на пенсию, когда человек полностью целиком отработан. То есть тестирование помогает человеку в большей мере изучить его, исследовать, где его слабые стороны, где его сильные, для того, чтобы эффективнее его использовать. Наш Бог, Господь Иисус Христос, Он так не работает. Иисус точно никому не ставит диагнозы. Аминь или не аминь? Потому что Он врач, и Он лучший врач. Он тот врач, который может мгновенно, там, ну, в этом мире, например, распространена поговорка «горбатого могилы исправит», да? Ну, только могила. Ну, с одной стороны, мир прав, потому что в мире чудес не происходит. Но Иисус исцеляет горбатую женщину, у которой был там кифосколиоз в последней стадии, да? Она вот так, ну, вот так, она не могла разогнуться. Одним прикосновением эта горбатая бабушка, она становится абсолютно прямой. Слава Иисусу! И вы знаете, на самом деле Иисус Христос одним только взглядом может тебя вот так просканировать и сказать. Ну, я могу просто привести такие примеры, что, например, приходили фарисеи, и, конечно, они, если их проводили по каким-то своим фарисейским тестам, да, или по саддукейским тестам, они, конечно, были там на самом высшем уровне. Они гордились своими знаниями. То, что у них было очень мощное, высокое фарисейское IQ, да, ну, очень высокое. И они этим гордились, потому что что? Знания, они что делают? Они надмевают человека. Поэтому, когда они пришли такие гордые, такие важные, кто тут такой? Тут какой-то учитель, да, какой-то Иисус Христос. А Иисус Христос им выдает. То есть он на них посмотрел только одним взглядом и говорит, вы гробы окрашены. Помните, да, это место? Вы просто вот там. Глазами Иисуса, глазами Бога, это люди, которые были абсолютно в его глазах, они были мертвые. Но некоторые из фарисеев что сделали? Покаялись. И стали живыми учениками Иисуса Христа. Слава Иисусу! То есть Иисус Христос, Он может, конечно, тебя вот так просто просканировать, посмотреть. Например, Он встречает богатого юношу, разговаривает с ним немного и говорит, мгновенно говорит. То есть ему не надо, Иисусу не надо проводить какое-то тестирование. Иисус только посмотрел и говорит этому юношу, недалеко ты от Царствия Небесного. Помните это место? Мгновенно сказал. Кто вот обладает таким даром? Я думаю, только Бог. Бог видит наши мысли, Бог видит наши сердца, и Он смотрит на нашу внутреннюю сущность, не на внешнюю. Аминь. Недалеко ты от Царствия Небесного, но одного тебе только не хватает. Юноша говорит, я вообще с детства был наставлен, я такой вообще хороший, такой благословенный, такой прекрасный. Чего мне не хватает? Ты, говорит, свое богатство, имение продай, а все деньги раздай нищим. Приходи сюда и следуй за мной.
И все. И что юноша? А юноша имел очень большое имение, он был очень богатым. И он отошел в сторону и опечалился, потому что трудно войти богатому в Царство Небесное. Аминь. Но все равно у этого юноша был шанс. Я не знаю, там Библия, конечно, это не описывает, но Бог всегда ставит человека перед конкретным выбором о том, что, ну, пожалуйста, сделай вот это, следуй за мной, становись моим учеником, живи вечно, да, радуйся, будь счастливым, будь блаженным. Не хочешь, не надо. Ну, никто тебя насильно тащить туда не будет, в Царство Небесное. Аминь или не аминь? Слава нашему Богу. Я хотел бы сегодня предложить вам такой библейский тест, который, кстати, очень такой, ну, только Бог так делает. Бог никому ничего не навязывает, Бог не ставит никому никакие ярлыки. Этот тест настолько гибкий, что ты можешь переходить из одного состояния, как перетекать, как ртуть, быть и таким, и другим, но все-таки Богу бы хотелось что-то другое. Тест библейский, он говорит о том, что Библия очень четко проводит нас по трем таким параметрам. То есть Библия говорит, Новый Завет говорит о том, что человек может быть в представлении Бога каким? Первую категорию, которую хочу привести, душевным. То есть человек может быть душевным. Давайте открою первое место, и это написано в первом послании Коринфянам во второй главе, 14 стих. Написано так. Душевный человек не принимает от Духа Божия, потому что он почитает от безумия и не может разуметь, потому что о сём надобно судить как? Духовно. Аминь или нет? Вы разговариваете со мной, потому что это, я иногда думаю, что, может быть, просто ну, с открытыми глазами спите. Ну, я думаю, вы меня слышите вообще. Поэтому, ну так, я хотел бы как бы все-таки в качестве диалога. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, почитает это безумием. Вот кто-то может приходить к нам на собрание, ходить годами, говорить, этот проповедник, он постоянно несет какую-то безумную какую-то вот такую мишуру, которую вообще, кто это вообще может понимать? И сидит и думает, ну вот просто безумие, очередное безумие, ну вот просто бред какая, ну просто бредятина какая-то. Я этого не понимаю и понять вообще не могу, как вообще это можно. И это в Библии написано такое. И это признак того, что это человек душевный. И это не оскорбление, потому что душевный мгновенно может что? Мгновенно может стать каким человеком? Абсолютно духовным. То есть ему нужно просто покаяться, попросить у Бога крещение Духом Святым, принять от Духа Святого, да, и стать духовным человеком. Ну, то есть это не ярлык, ни в коем случае. Еще одно место подтверждения, которое хочу открыть, написано в послании Иуды. Не Иуды Искариота, конечно. Среди учеников Иисуса Христа было два Иуды. Вот это его послание, второго. Первая глава, 17 стиха, мы можем прочитать. «Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Душевные, не имеющие что? Не имеющие духа». То есть душевный человек – это просто мирской человек, светский человек, который живет в этом мире, его все устраивает, у него все есть, но Духа Святого он не имеет. В представлении Иисуса Христа этот человек, к сожалению, мертвый человек, потому что он не имеет духа. Ну, это как собака. Собака тоже имеет душу, но что у собаки нет? У собаки нет духа. Она не может молиться. Она, ну, нет у нее такого рефлекса, да? Встать на колени или там сложить как-то лапки, да, и начать вот так. Ну, на луну воет периодически, но это не молитва, это просто какая-то печаль, тоска. Дальше. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Пойдемте дальше. Б. Категория Б. Какие еще люди бывают по Библии? В Библии описано очень четко плотские. Вот кто такие плотские? Первое послание Коринфянам, 3 глава. С первого стиха апостол пишет: «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плоскими, как с младенцами во Христе». То есть апостол Павел тоже четко определял, с кем он разговаривает вообще. Духовными их не назовешь, они куда-то скатились. То есть здесь мы можем видеть такую градацию, если будем внимательны. Плоский человек может в один какой-то момент стать абсолютно
духовным. Духовный человек может в какой-то момент скатиться и стать плотским человеком. Душевный человек может возродиться свыше и стать духовным человеком и так далее и тому подобное. То есть из любой категории ты можешь вот так просто варьировать. Все зависит от твоей ревности, от твоего желания, от твоей жажды по Богу. И мы сегодня на это акцентируем внимание, потому что это очень важно. Почему это очень важно? Потому что тема моей сегодняшней проповеди, мы все сегодня планируем. Планируем так или так, строим какие-то планы. Я хотел бы сказать о том, что вот по этой классификации планы могут быть плотские абсолютно, планы могут быть абсолютно душевные, не имеющие духа, и планы могут быть духовные. Вам это интересно знать? Потому что, может быть, если у тебя душевные планы, то для Бога они не имеют никакого значения, они мертвые просто. Если они плоские, то опять же, куда мы идем, да? Но если они духовные, значит, у меня все в порядке. Это, кстати, вот на ужинах происходит. Когда я периодически прихожу на ужины, на вечера бизнесменов-христиан, и мы там в конце, в небесную канцелярию отдаем свои нужды. И в конечном итоге я вот отдавал, и смотрю, так все быстро исполняется, так все быстро решается, Господь просто вот так все просто вот решил, все проблемы. В конечном итоге, когда я пишу сейчас нужды, у меня только одни сплошные благодарности. Ну, спасибо, спасибо, Бог за это, все есть, ну, как-то так даже вот так, ну, вот получается. Потому что вот по мере того, как мы Богу отдаем, вот какие-то свои желания, может быть, какие-то вот нужды, постепенно плоские они от нас отпадают, нужды, остаются только духовные. И в основном это радость и благодарение. Еще одно место, которое хотел бы привести по плотским, это написано послание к римлянам, 8 глава, с 3 стиха. «Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной». То есть Писание в этом месте говорит о том, что Моисеев закон, Ветхий Завет, по причине того, что плоть его ослабила, вот, по бесконечным каким-то таким, ну, духа не было, да, не было возможности сопротивляться, и в конечном итоге скатились на просто исполнение каких-то вожделений. Пытались по плоти исполнить закон Моисеев, который по плоти исполнить просто невозможно. «То Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти». Смотрите, как это важно. Библия нас призывает жить не по плоти, но по духу. Не иметь каких-то плотских планов, а иметь духовные планы. «Ибо живущие по плоти», с 5 стиха, «о плотском помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть». То есть к чему приводят плотские планы, помышления, мысли, желания – они приводят к смерти. Мы должны об этом знать. Помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плоские помышления – суть вражда против Бога. Вы можете себе представить, когда в моей плоти, казалось бы, верующий человек, просто идут какие-то битвы, вот плоть этого хочет, какие-то вожделения, какой-то комфорт, опять какого-то удобства. Это по Библии называется враждой против Бога. «Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Итак, братья, мы не должники плоти. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Не могут. И дальше с 12 стиха. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все водимые Духом Божиим...» Смотрите, как это важно, 14 стих. «Ибо все водимые Духом Божиим, только те, кто водится Духом Божиим, суть, ну, по своей сущности, это и есть усыновленные в Сыне Божьем Иисусе Христе, суть Сыны Божьим. Слава нашему Богу». Это тоже очень важный стих. И здесь написано... Апостол Павел описывает плотских, и здесь идет речь уже о христианах. То есть есть христианы плотские христиане, есть христиане духовные. Если в моей жизни есть зависть, споры, какие-то разногласия, или я почитаю себя членом какой-то, знаете, большой человеческой деноминации, религиозного какого-то направления, говорю, я принадлежу вот к этому движению, вот этого человека, то на самом деле апостол Павел говорит, это плотскость, это плотский христианин, потому что, вы знаете, здесь разделять очень просто. Есть система творения, есть система Творца. Система творения, она ведет к смерти, система Творца, она ведет к вечности, потому что Творец вечный, творение не вечно, оно в конечном итоге разрушается. В системе творения всегда работают законы энтропии или саморазрушения, в системе Творца работают принципы вечности, любви, мира, бесконечного баланса и гармонии, где ничего не разрушается, ничего не умирает. Поэтому если я себя отношу к какому-то движению какого-то человека, это движение рано или поздно умрет вместе с этим человеком. Аминь или не аминь?
Если я принадлежу к движению Бога, ну, в том плане, что или я отношу себя к членам церкви Иисуса Христа, то церковь Иисуса Христа, она не умирает, она вечная. Можете сказать аминь? Это так. Так Библия говорит. И поэтому, когда мы имеем какие-то ссоры, какие-то разногласия, это говорит всего лишь о нашей плоскости. Очень важно, чтобы это просто ушло от нас, как что-то ненужное, потому что духовному человеку это вообще неинтересно даже. Давайте мы прочитаем про духовного. Категория В, духовный христианин, первое послание к Коринфянам, вторая глава. И вот здесь апостол Павел очень мощно пишет. С 3 стиха. «И был я у вас в немощи». И давайте отследим вот эту мысль. Апостол Павел говорит: «Я был у вас в немощи, в страхе, в великом трепете. Слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Смотрите, какое интересное сочетание. Пришел человек, и мы увидели, что он какой-то немощный, постоянно у него там какой-то жалоба плоти, какая-то болезнь, он живет в каких-то страхах, он живет в каком-то великом трепете, но когда он проповедует или когда он говорит какие-то слова, эти слова работают, и происходит исцеление, какие-то пророчества, какие-то толкования, какие-то предупреждения от Бога. Жизнь приходит в словах, откровение приходит, свежее откровение. И паства, которая живет вот этими откровениями, словом, сами лично научены получать откровение или помазание, как апостол Павел пишет в других посланиях, говорит: «Впрочем, вы имеете помазание и знаете все». Так что не имейте нужды в учителях. Слышите меня, да? Потому что сам Дух Святой, Он научает вас. Вот это привилегия детей Божьих. Слава нашему Богу. И вот апостол Павел здесь очень четко отслеживает. Когда он пришел, он был слабый, немощный, в трепете, в страхах. Но когда он проповедовал, люди видели, что это нечеловеческая сила. Можете сказать аминь? Которая сегодня исцеляет, которая сегодня освобождает от наркотиков, от чего бы не было, от алкогольной зависимости, от блуда, от какой-то похоти, от каких-то желаний. Делайте абсолютно свободным, благословенным человеком и дарует тебе счастье, жизнь и радость. Человек это может сделать? Нет. Вот это демонстрировал апостол Павел. «Чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей». И смотрите, Библия отслеживает очень четко о том, что у мира есть своя мудрость. Для Бога это мудрость все равно, что безумие. Божья мудрость, я думаю, все, каждый из нас проходил этот этап. Когда я первый раз пришел в церковь и начал ходить, посещать, я думал, о чем они проповедуют вообще? Ну, это невозможно слушать своими ушами. Ну, просто глупости какие-то, ну, просто паранойя, ну, на самом деле, иногда вот так. Но я сидел как врач, вот оценивал. Но когда Дух Святой меня коснулся, и в моей жизни начался мощный переворот, я понял, что это уже не человеческая какая-то мудрость. Это мудрость, сходящая свыше, которая, во-первых, кто? Что? Мирна написано. Помните, да? Мудрость свыше, которая приходит, она дарует тебе мир. И IQ, никакой IQ тебе не даст совершенного мира. Слышите меня? Если ты вот, ну, на самом деле, там, двигаешься в каких-то вот таких направлениях, там раз, где-то сдал такой тест, получил высокое IQ, и гордишься этим. О, ну, в сердце пустота. А Божья мудрость дает совершенный мир. Скажи аминь. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, вот, и вот здесь имеется в виду мудрость Божия. Мудрость мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего, и не властей века сего приходящих, но проповедуем мудрость Божию, премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы, но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. А нам Бог открыл это духом своим. Смотрите, духовное соизмеряет с духовными, да, другое место, мы чуть пониже прочитаем. Мы можем это понимать только Духом Божьим. Слово Божье мы можем читать только Духом Божьим. Только Иисус Христос может открыть нам Священное Писание. Если ты не знаешь Иисуса Христа, Библия для тебя закрытая книга, Евангелие для тебя закрытая книга, абсолютно непонятная. Ты никогда не поймешь книгу Библия, пока не получишь рождение свыше. Аминь. А нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает и глубины Божьи. Ибо кто из человека знает, что в человеке, кроме Духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы приняли не Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога, что возвещаем не о человеческой мудрости, изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая, смотрите, духовное с духовным.
Если тебе непонятно какое-то духовное явление или духовное движение, соизмеряй это каждый раз со Священным Писанием. Аминь, да? Ну вот раз кто-то тебе что-то сказал, ты говоришь, а где это написано? Это в Библии написано? Если это написано, если подтверждается двумя-тремя местами, ты говоришь, да, это все от Бога, это премудрость Божия. Если это не соответствует, это не наше. Это не соответствует Библии, это не наша мудрость, это не мудрость Божия. Это может быть какая угодно мудрость, но только не Божия. И смотрите, как написано. 15 стих. «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». И вроде бы как с каким-то надменем написано, да, вот мы такие духовные, кто нас вообще может судить? «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». И вот здесь, конечно, вы знаете, могут быть такие нападки на христиан о том, что вы там что-то о себе возомнили, что вы такие супер какие-то духовные. Но когда мы просто открываем Писание, да, и говорим о том, что ну так написано, мы ничего не придумали, мы ничего не добавляем. Это не наша мудрость, это не наша IQ, это Божий интеллект, это Божья премудрость. Вам надо или смириться перед ней, или отвергнуть ее. Так или не так? Все, это не наша IQ, это ум Христов. И здесь уже не поспоришь. Тогда мы переходим к посланию Якова, 4 глава. И смотрите, уже непосредственно на планирование сказано. «Теперь послушайте вы, говорящие, сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год». Ну, то есть мы планируем, да, ну, целый год мы будем жить там-то, там-то, у нас все будет хорошо, мы так на это надеемся, мы просим благословения у Бога, будем торговать, будем получать прибыль. «Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое. Вы по своей надменности тщеславитесь. Всякое такое тщеславие есть зло. И так, кто разумеет, делает добро и не делает, тому грех». То есть здесь апостол Иаков, он нам показывает на самом деле добро. В чем добро? Добро в том, чтобы осознать, есть ли упование в моих планах. Как евреи говорят, если ты хочешь Бога рассмешить, расскажи ему о своих планах. Да? Богу будет очень смешно. Если Бог тебе скажет о том, что он запланировал для твоей жизни, тебе может стать не по себе. Потому что чуть-чуть попозже мы как раз с этим именно столкнемся. Это будет уже заключение моей сегодняшней проповеди, но это очень важно. То есть, когда мы планируем, говорим так, вот у меня есть вот такие грандиозные планы, там, планы Барбаросса, я вот хочу вот в этом году, чтобы пошел какой-то мощный прорыв. А что Бог хочет, да, для тебя, для твоей жизни в этом году? Ты задавался таким вопросом, ты спросил у Бога. И вы знаете, был такой очень гордый человек, мы все его прекрасно знаем по Библии, это был апостол Петр, это был очень горячий такой, ревностный христианин. И вот он все рвался, он готов был свою душу за Иисуса Христа отдать, потом трижды от него отрекся, ну там порубал там уши, короче, там, ну сделал очень много таких горячих таких вещей, за которые Бог его по голове не погладил, да. Но вот у них происходит в конечном итоге встреча. И вот это последнее место, я хотел бы, чтобы мы вместе прочитали. Давайте мы вместе прочитаем. Это написано в Евангелии от Иоанна, в 21 главе, с 15 стиха. «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Ионин». И как вы думаете, что это было? Я бы немножко так осмелился сказать, что это было тестирование. Иисус начинает задавать вопросы. И эти вопросы, они не были одинаковыми. Я уже как-то говорил эту мысль о том, что теологически вопросы были построены так, что Иисус Христос спрашивает, любишь ли ты меня своей крепостью? Любишь ли ты меня, второй вопрос, своей душой, своим разумением? И третий вопрос, самый глубокий, самый такой пронизывающий, на который апостол Петр, он смутился. Этот вопрос касался твоего сердца. Любишь ли ты меня всем своим сердцем? Я хочу сказать о том, что эти вопросы, которые задает Иисус Христос, я хотел бы, чтобы мы уже сейчас дочитали вот это место. Иисус Христос будет задавать каждому из нас. И это оправдано, потому что это Его любовь. Его любовь, которая вызывает всегда взаимность. То есть, о чем я? Иисус Христос любит нас всем своим сердцем. Это безоговорочно. Иисус Христос любит нас всей своей душой, всем своим разумением. Иисус Христос любит нас всей своей крепости. Мы сегодня в Его крепости находимся. Мы тело Иисуса Христа. Аминь или не аминь? Мы церковь Его. Кто нам еще это объяснит? Библия об этом говорит. Дальше. Иисус Христос задает вопросы. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя.
Иисус говорит ему: «Паси агнцев моих». То есть здесь Иисус Христос задает вопросы и потом говорит свои планы на Петра. Он не слышит, вот, может быть, у Петра были какие-то планы, ну, может быть, Петр тоже планировал, но Иисус говорит ему свой план на его жизнь. «Я хотел бы, чтобы ты пас моих овец». Еще говорит ему другой раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр говорит ему: «Так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И третий раз: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» И сказал ему: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». «Истинно, истинно говорю тебе». И смотрите, что Иисус Христос говорит Петру: «Когда ты был молод, то припоясывался сам и ходил куда хотел». То есть Петр был своевольным человеком, свободолюбивым, делал все, что хотел. Никто ему не был указ, в том числе и Бог. «Но когда состаришься, то прострешь руки твои, и другой припояшет тебя и поведет, куда не хочешь. Сказал же это, давай разуметь, какую смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему: иди за мной». Аминь. Смотрите, Иисус Христос проводит Петра через такой своего рода такой Божий тест. Он задает ему вопросы. Я хотел бы, чтобы мы уже посмотрели вот этот клип. Оксан, можно вот этот клип уже включить? Потому что там очень хорошо прослеживается вот эта мысль о том, что люди перед тем, как войти в Царствие Божие, смотрят Иисусу Христу в глаза, Иисус смотрит на них, и Он задает какие-то вопросы. Ну, только вот в этом клипе, который я хотел бы показать сегодня, есть одна, знаете, такая деталь, которую я бы сделал бы этот клип немножко по-другому, чтобы люди проходили сквозь Иисуса Христа. Потому что Иисус, Он есть врата, да? Он есть вход. Кроме как через Иисуса Христа мы не сможем войти. И перед этим надо Ему посмотреть обязательно в глаза и увидеть, что это глаза преисполнены Божьей полноты, Божьей любви. Давайте мы посмотрим. Я просто буду продолжать немножко говорить. Вот здесь люди идут. Они видят Иисуса Христа. Вот эта светящаяся фигура, это прообраз, конечно, это не сам Иисус Христос, это постановка. Иисус Христос одевает венец, человек преображается, у него новые одежды, брачные. Он смотрит в глаза Иисусу. Иисус прикасается, благословляет его. И человек входит в Божие Царство. И другие люди тоже стали подходить. Это все духовная реальность. На самом деле так в духовном мире происходит. Когда человек кается, он лично встречается с Иисусом Христосом, он говорит ему «да», он признается ему в любви, он говорит ему: «Иисус, я люблю тебя всем своим сердцем, всей душой, всем разумением, потому что это твоя первая заповедь. Я люблю ближнего своего, как самого себя». И в этот момент человек куда-то входит. Он становится Божьим детем, он приобретает Божью природу, которая не может грешить. Человек начинает мучиться, если согрешил. И Бог дает силу, чтобы превозмочь всякий грех, чтобы иметь власть над грехом, над миром, над проклятием, над болезнью, над дьяволом. Очень хорошо показано. Здесь это люди, которые уже в Божьем Царстве. Давайте мы поаплодируем тем, кто поставил этот клип, потому что мне этот клип очень нравится. И он показывает нашу будущность во Христе Иисусе, наше настоящее, если мы действительно входим туда. И в конечном итоге, когда Иисус Христос придет за своими и вознесет церковь свою, именно это и будет происходить. Слава нашему Богу, я уже заканчиваю. Я хотел бы перейти к началу, к названию моей проповеди сегодня. «Планирование только после тестирования». На самом деле мы столкнулись с тем, что Иисус Христос тестировал Петра, Он его просто вот так просканировал и сказал о том, что «А как можно солгать Иисусу?» Могли бы вы посмотреть в глаза Иисусу Христу и сказать: «Да, Иисус, я люблю тебя. Люблю тебя всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей». И я хочу сказать, если в вашей душе есть какой-то сокрытый грех, это сразу вскроется. И вам нужно тут же, вот, ну, пока мы на земле, мы имеем этот шанс. Там на небесах у нас уже такого шанса не будет. Вам надо просто или признаться в этом грехе, или просто оставить Иисуса Христа. Потому что Иисус Христос свят, и без святости никто не увидит Иисуса Христа. Это да и аминь. Я хотел бы перейти к названию, потому что название проповеди сегодня – «Планирование только после тестирования». Что Бог сделал с Петром? Он просто дал ему свой Божий план. Он сказал: «Петр, будет вот так и вот так. Ты слышишь меня? Тебе надо или согласиться с этим, или не согласиться. Аминь или аминь». Что сказал Иисус Христос? Когда ты молодой был, да, горячий,
кровь такая бурлила у тебя, ты делал, что хотел, но придет время, когда ты состаришься, и поведу тебя туда, куда ты не хочешь. Я хотел бы, я делился, вот на самом деле, когда мы ездили на Помпорово, я немножко делился своими такими размышлениями о том, что жизнь христианина, она вот в этом и состоит. Когда человек уверовал, да, он или плоский, или духовный, это вот какие-то метания бесконечные. То есть духовный может мгновенно стать плоским, плоский может стать мгновенно духовным. Это все зависит от того, чем ты живешь. Или ты ходишь по духу, двигаешься Духом Святым, побораешь каждый раз свои плоские какие-то помыслы, да, побеждаешь буквально. Если мы написано делами духовными, побеждаем дела плоские, умерщвляем их буквально. И как бы это трудно ни было, продолжаем жить духовной жизнью. То мы возрастаем в духе, у нас приходит, знаете, вот просто вот какая-то вот такая действительно победа в этом отношении. И тогда в нашей жизни приходит Божий план. Бог может тебе что-то проговорить, как Петру. Петру он сказал о том, что поведу тебя туда, куда ты не хочешь. Я хочу сказать о том, что я не верю в Евангелие процветания здесь на земле. Вот, ну, просто когда какой-то проповедник говорит о том, что все у вас будет хорошо, вы все будете богаты, никогда не будете болеть и так далее и тому подобное, я в это не верю, потому что это, как по-болгарски, это пресбуритет, да, или пресверитет, это определенное такое Евангелие, которое, ну, является как бы своего рода заманиванием людей вот, в нашу церковь, о том, что вот придите в нашу церковь, и все у вас будет просто прекрасно. Но это не так, потому что основная масса учеников Иисуса Христа, они все плохо закончили на этой земле, они практически все погибли. Я не говорю о том, что все вы погибнете, да? Но Библия говорит, что все желающие жить благочестиво будут гонимы за имя Мое, сказал Иисус Христос. Аминь или не аминь? И я хочу сказать о том, что духовная жизнь, она непроста. Но обещание, то, что нас ждет на небесах, там на небесах это да. Если бы здесь на земле все было хорошо, у нас бы не было вот желания даже туда двигаться. У нас здесь все прекрасно, все хорошо, да? Зачем нам небо? Но мы понимаем о том, что здесь на земле, пока мы живем, все несовершенно. Аминь или не аминь? А там на небесах, там будет все по-другому. Там уже слез не будет, Иисус Христос обещал. Болезни уже не будет, проклятия уже не будет, смерти уже не будет. Слышите меня? Горя уже не будет. Аллилуйя! И это да и аминь. Я в это абсолютно верю. У меня нет вообще никаких сомнений. И вот когда я прохожу через вот этот взгляд, да, вот, посмотри в свое сердце и скажи себе честно, смог бы я сегодня вот так посмотреть в глаза Иисусу и сказать Ему, Иисус, прямо в глаза, Иисус, я люблю Тебя всем сердцем. Ты знаешь, Тебе я не смогу соврать, солгать, потому что Ты видишь мое сердце. Я люблю Тебя всем разумом, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. Смог бы Ты так сказать? Вот это и есть тестирование. Когда Петр все эти слова произнес, он прошел тест, да, Иисус Христос, хорошо, тогда что? Иди за мной, слышите меня? Это Божий план. Иисус Христос бы хотел, чтобы мы сегодня двигались только за кем? Только за Ним. Не за человеком, не за движением, не за какой-то церковью. Иисус Христос, желание Его, страстное желание, чтобы каждый из нас двигался лично за Иисусом. Любил лично Иисуса. Общался лично с Иисусом Христом. Не через человека, не через пастора, не через молитвенника, не через прославителя, а лично с Иисусом. Это желание Иисуса Христа. Тогда в твою жизнь приходит Божий план, и он исполняется. Не твоей силой, не твоим разумом, не твоей мудростью. Он исполняется Божьей силой и Его Божьей премудростью, потому что Он есть сама любовь. Это превозмогающее вообще разумение человеческое, любовь Христова, когда мы имеем веру, действующую любовью. И эта любовь, она все поборает. Что-то я не прочитал сегодня, да? Так, сейчас я все-таки... Так, что-то я пропустил. Я пропустил послание к римлянам. Все-таки мы вернемся, это уже будет заключение точно. Там в самом конце, 8 глава, и мы будем заканчивать. Да, все правильно. 8 глава, с 34 стиха. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч. Как написано, за тебя умерщвляет нас всякий день, считает нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, апостол Павел пишет, он говорит, я уверен,
что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, можете себе представить, ангелы нас могут, ну, в последние времена дьявол будет являться, написано, в виде ангела света. И он попытается нас каким-то образом обмануть. Но у него ничего не получится, если ты лично знаешь Иисуса Христа. Ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, то есть творение, не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Аминь. Ничто не может. Если ты действительно познал Иисуса Христа, если ты прошел его тест, Иисус сегодня задает тебе вопрос, да, и потом Бог тебе говорит такой план. Заботься, паси агнцев моих. То есть это на современном языке это буквально может прозвучать так. Заботься об овцах моего загона. Или заботься о тех, кто в стаде, кто в церкви Божией, о тех, кто рождены свыше, о тех, кто принадлежат Иисусу Христу, о тех, кто, может быть, только подходит. Вот это Божий план, это Божие желание. Аминь. И это очень важно. И все остальное, да, вот все наши планы какие-то, они просто, они меркнут по сравнению с Божьими планами. Аминь или не аминь? Ну, ты просто начинаешь понимать о том, что, ну, я там что-то хотел, да, там, ну, машину обновить, там, ну, там, домик, может, где-то прикупить. Ну, это смешно, поверьте мне. Ну, по сравнению с Божьими желаниями, да, с его приоритетами, то, что мы желаем. Ну, я хочу ободрить вас о том, что на самом деле, ну, может быть, Петр когда-нибудь так хотел, так чесал там голову и говорю, ну, вот, мне бы хотелось, Господи, ну, вот со своей женой бы там по миру поездить, посмотреть там в Рим как-нибудь, а Бог ему свой план говорит. Но Бог видит наши сердца. По мере того, как апостол Петр, он двигался в Боге, возрастал, вы знаете, Бог исполнил все его желания, даже человеческие. То есть апостол Петр в прошлом обыкновенный рыбак стал известной личностью, которая объехала довольно значительную часть того древнего мира, и он имел привилегию, Библия говорит об этом, он ездил, проповедовал вместе со своей супругой. То есть его человеческое желание, оно, ну, может быть, он даже об этом и не мечтал, но оно исполнилось. Он был и там, и дошел до самого Рима, где он, к сожалению, закончил свою жизнь, его там распяли вниз головой. Но он ездил со своей супругой, и какое-то время на этой земле он имел какое-то вот такое счастье. Но по сравнению с тем счастьем, которое мы будем иметь там на небесах, это абсолютный прах. Я уже заканчиваю. Спасибо большое за внимание. Я чувствую, что это слово очень важно, и я молюсь, я буду молиться за то, чтобы оно хорошо село на плодородную, благодатную почву, чтобы оно в свое время принесло такой хороший, обильный плод. Моя тема сегодня была о том, как планировать. Нужно ли планировать? Планировать нужно. Но основная моя мысль заключается в том, что если Господу будет угодно, да, и жив буду, ну, то сделаю то и то. Аминь или не аминь? А если не угодно, то и не надо. И пусть в моем сердце продолжается счастье, радость и мир. Аллилуйя, спасибо тебе. Давайте мы склоним наши сердца перед Богом. Аллилуйя, спасибо тебе, Иисус. Я благодарю тебя за твое святое слово, пророческое слово. Священное Писание, которое оно обогащает, оно очищает, оно обличает, оно возвышает нас, Господь, очень, делает нас непоколебимыми. Дай, Господь, если кто-то, Господь, может быть, первый раз пришел, может быть, кто-то слушает первый раз Евангелие через телевидение, через интернет, дай ему просто прямо сейчас просто родиться свыше, получить рождение от Духа Святого и начать соизмерять духовное с духовным, чтобы у него открылись духовные глаза, чтобы он открыл Священное Писание и все понял, потому что ты, Иисус Христос, лично будешь ему открывать. Помоги, Господь, если кто-то плотский, Господь, и видишь, что каждый раз он борется, и каждый раз плоть превозмогает и побеждает, и каждый раз страсть какая-то, каждый раз похоть, каждый раз какая-то зависимость. Помоги этому человеку просто познать тебя лично и просто все превозмочь твоей силой, силой возлюбившего нас, Иисуса Христа. Начать жить не по плоти, но начать жить по духу. Научи нас, Господь, начав доброе дело в Духе, заканчивать это также Духом Святым, Господь, не своим Духом, но Духом Божиим, чтобы нам, Господь, очень все претерпевшее устоять, дойти до конца и получить вот этот Божий венец из Твоих рук, Иисус Христос, Божий венец славы Твоей. Дай нам Тебя знать лично. Благослови наши планы, сокрытые планы, Господь, для Тебя они не сокрыты, Господь, очень. Даже если они где-то, может быть, человеческие, Господь, Ты все видишь и Ты все знаешь, и Ты исполняешь желание праведного человека. Праведного человека – это того, который уповает действительно на Тебя, который возлюбил Тебя всем своим сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью своей. Во имя Иисуса Христа мы молились. И Церковь Божия скажет «Аминь». Аллилуйя. Будьте благословенны.
Я живу тобой.
живем Тобой, наш Господь. Ты наша жизнь, Боже. Аллилуйя Тебе, слава Тебе. Если сегодня вас коснулось Слово Божие, и вы решили продолжить свою жизнь, следуя за Иисусом Христом, вы сделали важнейший выбор. Иисус сказал, что небеса радуются об одном кающемся грешнике. Но это только начало, друзья. Вы нуждаетесь в ежедневном питании Божьим Словом и в общении с Создателем посредством молитвы. Также мы все нуждаемся в живой церкви, где мы можем расти духовно в учении нашего Господа Иисуса Христа. Если вы из Варны, то мы будем рады видеть вас членами нашей интернациональной церкви для русскоговорящих. Мы также, как и вы, были далеки от Иисуса в поисках истины, пока встреча с Христом не изменила наши жизни. Помните, что Бог вас очень сильно любит и хочет сделать вас частью своей Божьей семьи. Ждем вас каждое воскресенье с 14:00 по адресу Варна, бульвар Сливница, 48. А если у вас есть необходимость в срочной молитве или совете, не сомневайтесь, позвоните нам по телефону, который указан на экране. Бог да будет с вами, дорогие приятели!